Так, функции. А, я и с этой могу создавать, ничего себе. Погни, ничего себе. Так, ну давай, выдвинем опоры. Развернем опоры. И опустим их. Замечательно. Стрела. Ох, ёп. Я не понимаю. Она вообще работает как говно. Так это есть говно. Как ей вообще двигать? Чё за идиотизм? Ты жмешь вперед, жмешь назад. Ей насрать. А как ее развернуть? А там кнопка есть развернуть. Не-не, повернуть именно вот этот держак. Блять, да чё за хуйня? Как ей вообще работать, а? Ты можешь понять, как ей работать? Походу, да. В смысле, походу? Она ненормальная. Она тупая какая-то. Или я тупой? Не, она тупая на самом деле. То есть... Я ничего не могу воткнуть. Как она может нормально работать? Ну вот, допустим, вот я сбоку ее опустил там, или как, или где. Ты понимаешь, что у нее колен слишком много, а кнопки всего 4, или еще какие-то есть дополнительные кнопки управления? Ну вот я пользуюсь W, A, S, D, Q, E и R. А, еще есть дополнительные. Вот, вот теперь понятно. Ой, я захватил, подъезжай. Не-не-не, я сейчас сам сделаю. Я просто не понимал, как еще кнопки. Я думаю, что еще должно быть. Вот теперь я понимаю. Мне кажется, если я пересяду, они нахрен выпадут. А теперь все понятно, слушай. Или к себе их грузить. А что, что мне сразу грузить. Не сказал, что там такое? Да я сам только разобрался. Давай на тот КамАЗ, на котором ты сюда приехал, или там мало топлива? Ну, там мало, но я, наверное, на нем поеду. Ну, просто... Через лес на тех тачках ехать — это полная срака. Мне хочется попробовать захватить, если честно. О! Мафака! Кого ты там захватить хочешь? Деревья. Сомалийские. Блин, я сломал свой прицеп. Давай я тебя погружу. Да я вон сам, видишь, как погрузил. Залихватски. А сколько надо их грузить вообще? Охрен их знает. Я тебя сам могу нагрузить. А, слушай, но самому себе у меня не вариант грузить, потому что я создал короткие под КамАЗы, под наши. А сюда надо длиннее. Ой-ой-ой! Это напоминает мне автомат вот этот, помнишь, с игрушками раньше был? Который на ее всегда. Да, который ты там все четко сделал, а он такой типа, нет, чувак. Так, подожди, а давай попробую пересесть. Как... Стоп. Тут вернусь. Пересесть. Шо а тут... что, зелок на ходу, нет? А как понять, сколько у меня вообще дрова у меня есть или нет? Не знаю, зелок на ходу? Какой зелок? Блин, у меня дрова упали, это нормально? Думаю, нет. Подожди, а как понять? Нужно загрузить еще два бревна. Да ёб твою дошеньку. Запасное колесо, ремонт. Хорошо. Топлива нет у тебя? Топлива нет. Ты зело грузишь-то? Ну хочешь, я тебе подъеду? Да пытаюсь его загрузить, я не... Так, ну, вообще не одупляюсь, как пользоваться этой ладно, штукой. Ладно, хорошо. Я себе два загрузил, а два у меня выпали. Сейчас я еще себе два тогда грузану. Кажется, борты сейчас поотламываю. Я тоже себя, кажется, отломал. Ну, так вот. У меня захват не крутится. Он сломался. Так, пересек-то. Создаем короткие. Включаем функции. Стрела. Короче, захват.
Группа захвата. Всё? Ну-ка, функция, пересесть. И чё так говно не цепляется? Нужно еще два. Окей. Пересаживаемся. А ты можешь... вот вращение захвата, это что такое? Я думал, повернуто. Это вращается сама вот эта фиговина. Может, ее как-то можно отдельно повернуть, нет? Но она вообще на R у меня поворачивалась, но потом перестала почему-то. Наверное. О, реально поворачивается. Вот это мазафака. Офигеть, я сделал это. Это оказалось сложнее, чем я думал. Но один раз я готов через это пройти, но, блин, 6 раз. Это чувак, кто еще делает? А то, чтобы одну тачку загрузить, нужно 2 раза. Так. О, есть. 8 очков у меня сразу. Я загрузился. Нифига себе, ты молодец. КамАЗ у меня загруженный, но в нем топлива мало. 111 литров. Тебе загрузить что-нибудь? Нет. Так, здесь не... надо где-то поблизости найти, у кого есть бензовоз. Где бензовоз? Вот ты 3 машины там проезжал, там был бензовоз? Погоди. КамАЗ бортовой, это мой. На одной херне, на которой я гружу, я приехал. Сейчас есть еще один лесовоз длинный. И стоит еще Урал с двумя, короче, бортовой с прицепом. Короче, нет. Нет, нет, еще раз. А где же бензовозы? 7310, это этот. Это МАЗ. Вот это что ли бензовоз? Это... Вот и непонятно, почему еще нет такой функции, да, чтобы этот. Стоп, в смысле? Блин, а где? Мне не хватит бенза полюбас. Подожди, а мы ехали откуда? Мы ехали из гаража. Сейчас мне будет ехать сложнее. Наверное. Так, все, а вот сервисная тележка, что такое? Там может быть бенз? Не знаю. А, на Т еще захват крутится, то есть на R и на Т, вот оно что. Сервисная тележка, ну хрен его знает, может быть. Что же делать-то? У К700 точно нету бенза. А вот 43-20-10, там бензин, да? Слушай, 43. Подожди, а если восстановиться в гараж, дрова останутся? Нет. Фак. Фак, 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 фак. 43, 20, 10, вот это ком... Ну, блин, я все равно туда не доеду. Хотя это... Подожди, а я вообще не... В смысле? А, все, понял. Лол. Где-то... Может, это сложно грузить. Так, ближайшая пилорама, где же она? Здесь я вообще не проеду, походу. Там через горы, да, которая? Мне просто бенза 100 литров осталось. Я думаю, где я успею проехать, а где нет. Куда я успею доехать? А ты бери, грузи какую-то тачку, которая нормально прет. И цепляю сзади на сцепку. У тебя не 2 сразу. А какая? А что здесь? Что здесь еще нормально прет? Ну, имею в виду, чтобы она смогла потянуть другое. Я не знаю, какая из них. У меня вот эти, которые у тебя, вот эти 3 открыты, у меня их нет. Так. Здесь наверх. Или здесь будет раньше. Через лес здесь не варик, короче, проезжать. Ветер дует прямо в харю. А я еду и еду. Короче, вот сюда едем, пацаны.
Я эту рыбу вообще... Да в смысле еще один? Ты когда жмешь функцию, у тебя зелеными подсвечены они? Дрова. Все бревна, кроме одного. Одно красненьким что-то горит там. Загрузите еще два. Попробуй его сдвинуть чуть-чуть. Его с 4 бревна надо туда, правильно? Да, 4. А, тут у меня два хреново лежит. Одно выпадает. У меня изначально два тоже выпало, но потом я справился. Да это ж зелок долбанный. Борт вообще маленький. КамАЗ херачит. Сто пять литров осталось. У нас изначально было 200, 195, мы сюда добрались, плюс я еще покатался. Наверное, хватит. О, вот это хорошее дело ты предложил. Молодец какой. Я не знаю, что делать. Это говно собачье. А не игра. Скажи все, что ты о ней думаешь. Не сдерживай себя. Не хочу. А то все будут говорить, вас же дети смотрят. Да не смотрят. Посмотри, нас дети. Одно само уложилось. Представляешь? Одно бревно само уложилось. Какие дети? Только нормальные пацаны на взрослые смотрят. Ты о чем? Не укладывается так говнище. В голове не укладывается. Это вообще нигде. Даже в дерьме не укладывается. Настолько говнище, что даже в дерьме не вкладывается. Я не знаю, как ты на зелке поешь, он же заднеприводный. Там не насрать. Я сейчас запалю его к чертям вместе с этой лесопилкой. Вот это нормальная движуха, кстати. Так, ну-ка, пересесть так, обратно. Тихо. Чуть не перевернулся. Прямо с грузом. Сейчас сделаю, зацеплю. У меня... Я везу каспийский груз. Пацаны, каспийский груз прямо у меня здесь. Лёха, тебе нравится каспийский груз? Нет, говно собачье. А как же вот это, который ты постоянно напеваешь там? Доедешь, пиши. Так я ж тебе напеваю. А. Даже не знаете, радоваться этому или нет. Ну. Что ты можешь сказать об этой карте? Обну. Это гоплык. Вот что я могу сказать. Я тоже так думаю. Ну ничего, так нормально едет. А говно чье? Ну, псиное, скорее всего. Ослиное или псиное? Псиное. Пес нагадил. Получилось. Поддерживаю вас, сударь. Смердячее такое. Смердячий высер пса. Но давай хотя бы по одной привезем. Да ну их сраку. Я везу уже. Я ничего не везти не буду. Я просак эту карту. Подожди, подожди, мы должны это, я сейчас довезу. Я еду карту открывать. А с этой погрузкой идиотской еще и заправки нету. Все нервы у тебя кончились, я правильно понимаю? Все нервы кончились, все нервы высосали. Смотря через что. Это может быть, это не так плохо. Не через то, что нравится. Вот это зарядил я. Че, хорошо пошло? Угу. Ты что, Урал-то хорошо прет, зараза. Я бы его сейчас как загрузил бы. Всю картошку из села перевез бы. Эх, сейчас бы жареные картошечки, да с таким куском мяса хорошим, а? И кетчупом полито. А картошечка такая, вот, слушай, давай о еде поговорим, все любят еду.
Давай. Ты картошечку любишь, ну как, типа картофель фри или вот по-деревенски, чтобы кусочками такими побольше? Честно, я и ту люблю. Согласен, поддерживаю. Я... Как родину. Чё родину? И ту любишь? Ну ты как бы русский, но живешь на Украине, да? Поэтому любишь и ту родину. То есть ты, нет, ты и сало, люблю. И картошечку любишь? Я есть люблю. Подожди, то есть как, сало и картошечку, то есть ты меня уже приписываешь к Белоруссии? Или нет, ну мне кажется, в России все любят картошечку. Мужик, куда я поехал-то? Я привез, кстати. Ну, что привез вам Дед Мороз? Так, я залился до краев. Ну что, довез нормально? Да, отлично. Ну, заканчивай тогда. Ребята, вот вам замечательные две серии, наверное, замечательные карты. Шикарное просто прохождение, изумительная карта с оттенками какашек. Прекрасное исполнение, лучшая реализация в жизни. Нам очень понравилось с Алексом, нашу рецензию. Да, просто супер. Ссылочка на нее не будет в описании. Потому что она слишком хорошая. 50 тысяч лайков на этом видео никогда не будет, поэтому и ссылочки на нем никогда не будет. Но, в принципе, на этом все. Ссылки зато и там есть на наши каналы, на наши соцсети, инстаграмы, вконтактики и прочее, прочее. Заходите, подписывайтесь, пишите комментарии под это видео, ставьте лайки или дизлайки. И всем пока. Всем пока, ребят.